зареве пожара и в темноте нежданно и близка, то на коне венгерского гусара, а то с ружьем тирольского стрелка. Это Коля стихи Гумилева. Знаете о чем? Понятия не имею. О смерти. Говорят, Бог дает каждому жизнь такой длины, какой будет длина нитки, обмотанной вокруг человеческого сердца. А я слышал, что Бога нет. А я говорила, что у вас пухлые жасты. Лариса, мне сейчас совершенно не до вашей поэзии. Капель занял Симбирск, со дня на день возьмет Казань. Он сметает наши войска, словно в городки играет. Вы уже убивали из него? Я вам сотню раз говорил, моя революционная борьба происходит иным способом. Да, вы живой манифест, одежда, жест, манера выражаться и даже ваши глаза. Вы прекрасно знаете, как выигрышно они смотрятся на вашем загорелом лице. Только это не митинг. Это война. И что с того? Под пулями не вспоминают манифесты. Вы взываете к разуму, но инстинкты сильнее. Что может быть страшнее и сильнее чувства приближающейся смерти? Клёкотом стучит, клокочет, ропщет и кричит. Необузданной силы мгла, там сень архангела крыла. Дорог бесчисленная суть ведет к разрушенному Риму. Но коль падет февральский Рим и взвоет окриком площадным, стань милосердный ангел им. И стань им демон беспощадный. Жара. Никак не могу привыкнуть. Добрый день, Сильвия. Здравствуйте, Леонид Давыдович. В высшей степени оригинальная традиция. Старинные мексиканские обычаи. Считается, что в этот день они отдают почтение умершим. Фрэнк, это мой жених, Фрэнк Джексон. Я вам рассказывала о нем. Да-да, весьма настырный молодой человек. Дама. Фрэнк. Сеньор Троцкий. Скажите-ка, Джексон, что вы не поняли из нашего телефонного разговора? Мне кажется, я четко дал понять, что интервью не будет. Да, ответ был достаточно однозначен. Но я думаю, что смогу вас переубедить. Переубедить? Даже у моей жены не всегда это получается. Я хотел бы отблагодарить вас, сеньор Труский. Ваша книга спасла мне жизнь в Испании. Как видите, этот осколок должен был принадлежать мне. Зачем вы притащили эту книгу? Вы же убежденный сталинист. Или вы думали, что я не наведу о вас справки?
Я действительно уважаю товарища Сталина как выдающегося государственника, но это не значит... Ваш Сталин — посредственность, выдающееся ничтожество. Да, я не просто уважаю товарища Сталина, я преклоняюсь перед ним. А. Как перед великим человеком, идеологом коммунизма. А вы в каждой своей жалкой статейке порочите его имя. Вы называете Сталина кровожадным за его борьбу с врагами революции, а сами погнали под пули миллионы людей, которые не только не были вашими идеологическими противниками, а вообще не разбирались в политике. Да, я действительно обрек многих на смерть. И врагов, и собственных солдат. Но есть одна деталь, которая различает меня и Кобу. Да? Какая? Ему абсолютно наплевать на идею. Он лишь пестует свои человеческие слабости, прикрываясь идеологией. Паранойя, властолюбие, жадность. При власти он тот же человек, что был до нее. Мне же пришлось перестать быть собой. Исчезнуть. Сознательно. Я это сделал. Во имя великой идеи. Это все. Войска отступили к Свияжскому, и, судя по донесениям, состояние их крайне плачевно. Состояние войск – моя забота, не ваша. Вы свободны, сэр Макс? Есть. Я хорошо помню 18-й год. Мы терпели поражение за поражением. Обычные меры воздействия не помогали. Войска не просто отступали, они бежали. Подходи, блин! Ну и чего же нам, русским людям, супротив русских же под пули лезть? А и вообще, говорят, недолго осталось этим советом. Вот! Пусть они сами, большевики, на кабеле идут вместо нас! Но мы полюбуемся! А если состав не дадут, сами возьмем! Айда по домам! Солдаты!
Бойцы Красной Армии! Не прошло и года с тех пор, как мы с вами, взявшись за руки, сбросили ярмо деспотизма, классового неравенства и эксплуатации человека человеком. Но есть еще те, кто упорно хочет снова сделать из нас рабов. Они там, по ту сторону фронта, помещики, фабриканты, белая армия. Им очень не нравится свобода, которую большевики подарили рабочим и крестьянам. Вам, всем тем, кто еще вчера работал по 3 смены за 3 копейки, а сегодня с оружием в руках говорит им: «Нет, мы не отдадим вам нашу свободу! Нет, мы не превратимся снова в ваших рабов!» Я знаю, каждый из вас готов служить делу революции. Готов сложить свою голову ради нее. Дай руку, брат. Дай, смелее. Вот! Между мной и им нет никакой разницы. Нет ничего, что могло бы принадлежать мне и не могло бы принадлежать ему. Ничего! Возьми. Возьми, возьми. Возьми. С каких пор вы решили отказаться от карманных часов? Это не для меня. Я помогу. Мир, который мы с вами строим, в этом мире все добро будет общим! Ура! Ура! Но для нашей победы необходимо, чтобы враги нас боялись, чтобы он даже думать не мог вернуть все назад. А как он может об этом не думать, если мы сдаем им город за городом? Если наших солдат революции сегодня обуяли паника и страх? Вчера бойцы 2-го Петроградского полка самовольно покинули позиции и пустились в бегство. Где командир и комиссар полка? Командир 2-го Петроградского полка Гневушев. Комиссар 2-го Петроградского полка Пантелеев. Вывести каждого 10-го солдата из строя. Десятый. Лев Давидович, это рабочие набирали на Васильевском в типографиях. Они винтовки первый раз неделю назад увидели. Десятый. Не бойтесь, многие современники вас не поймут, осудят, даже назовут Иудой, но будущее вас оправдает и возвысит. Децимация. Десятый. Теперь сами встаньте в строй. Товарищ комиссар, вы тоже встаньте в строй. За постыдную измену Советской России революционный трибунал приговаривает дезертиров 2-го Петроградского полка, цесь, их командира Гнеушева и комиссара Пантелеева приговорить к высшей мере наказания. Расстрелов! Приговор привести в исполнение.
Сейчас мои действия кажутся вам излишне жестокими. Но тогда я добивался от войск не просто дисциплины. Я добивался, если хотите, величайшего проявления любви. Да-да, вы не ослышались. Любви. Враг был силой, которая несла только смерть. Я же стал той силой, которая могла казнить, а могла и миловать. То есть вы хотели стать для солдат вторым богом? Вторым? Нет, Джексон, нет. Смотрите шире. Я должен был вытеснить его. Бог условность, его никто не видел. Я же стоял с этими людьми на одной земле. В меня было проще поверить. И они поверили. Ну, а если бы они повернулись, вы же таки против вас? Ну да, такая возможность существовала. Однако солдаты поступили иначе. Они подняли на штыки врага. Не понимаю. Я тоже раньше не понимал, пока не встретил человека, объяснившего мне эту науку. Троцкого! Сорвались шельмецы. А главное, все слажено, как часовой механизм. Да ты поспокойнее, Демидов. Поспокойнее. Кто, говоришь, там воду мутит? Жидок из 17-й камеры, Бранштейн. Политический? Так точно. Шумим. Мы требуем немедленно прекратить практику избиения заключенных надзирателями. Мы требуем оказания срочной медицинской помощи нашему товарищу Сиворонову. Мы требуем наказать виновных. Кроме того, вы... Еврей? В контексте наших требований это не имеет никакого значения. Наверное, в шахматы играете. В контексте наших требований... Сделайте одолжение. Не откажите одну партию. Вокруг сплошная посредственность. Не с кем даже потренировать логическое мышление, не поверите. Правда? Присаживайтесь. А ведь вы, Бранштейн, феномен. Ей-богу, голубчик, феномен. За 27 лет в русских тюрьмах не припомню случая, чтобы сопляк-еврей заводил на бунт матерых русских татей. А вам известно, за какие злодеяния арестован Сиворонов, которого вы изволили защищать? А мне, господин Троцкий, вовсе не интересно, за что он был арестован. За что бы ни был. Он все же человек, имеет права, и вы его угнетаете. А все угнетенные стремятся к свободе и справедливости.
Вот право слово. Вы, евреи и революционеры, не знаете русского народа. Но при том все время пытаетесь его от кого-то спасать и освобождать. Русский народ освобождать нельзя, иначе внутри души его поднимется такой мрак, который поглотит весь мир и первыми освободителей. Русским народом можно только управлять для его же собственного блага. Даже если это так, зачем избивать человека, который и так пойман, ожидает суда с законным наказанием? Ну а как же иначе управлять людьми? Как? Личным примером, ведя к идеалам справедливости. Вы блаженный? Да коли пристанет вам с вашей-то натурой прожить еще хотя бы 5 лет, вы уж точно поймете, что управлять людьми можно единственно страхом. Страх лежит в основе любого порядка. Лучше избить одного незаслуженно на глазах у всех, нежели потом избивать каждого, кто потеряет страх и устроит хаос. А вам не кажется это бесчеловечным? Конечно. Я ведь облечен властью. Невозможно вершить судьбу людей, оставаясь для них человеком. Это лишь теперь, по молодости, вам наивно кажется, что мир готов пойти за вами лишь из сочувствия вашим утопическим мечтаниям. Но 2 года спустя наив пройдет, а жажда власти останется. Вот это я по глазам вашим вижу, Бранштейн. Слова ваши красивы, господин Троцкий, но опровергаемы всем тем, что сейчас происходит. И вы в силу своей посконной шовинистической узколобости не можете это заметить. Ну, избили вы Сиворного, чтобы напугать других. И что? Добились совершенно противоположного. Люди объединились и требуют правосудия. Так ведь не требуют более. Слышите? Потребуют еще. Будьте покойны. И не удивляйтесь потом, когда волна народного гнева сметет вас и выкинет туда, где вам и место. В выгребную яму истории. Ну, а как же иначе? Кесарю, как говорится, кесарево. А нам, псам поганым, только выть да косточку просить. Судьба-с. В 21-м столетии при всеобщем реве ликующей толпы блузник, рыло с сапожным ножом в руке, поднимется по лестнице к чудному лику Сикстинской Мадонны и раздерет этот лик во имя всеобщего равенства и братства. Вы так себе это представляете? Нет, это вы так себе представляете 21-е столетие. Это ваше жандармское мировоззрение, которое способно только искажать лучшее, чтобы все в робах дышать и кашлять по команде, жить по приказу. Это вы так представляете. Да ведь о 21-м столетии это не я. Это Достоевский. Его вы тоже в выгребную яму? Да. Господин Бранштейн, я в вас ошибся. Думал, что у вас есть что-то настоящее. Но нет. Сплошное ораторство и позерство. Мат. Светлицу его.
управлять людьми можно единственно страхом. Ну что, Бранштейн, урок усвоен? Усвоен. Клянусь, я выйду отсюда и уничтожу весь ваш паскудный мир. Ничего не выйдет, потому что паскудный мир в тебе. Запомни, Лейба, это говорю тебе я, Николай Троцкий, который может раздавить тебя прямо сейчас. Согрейся. Спасибо. Не мороз нынче. А дежон-то тебе, может, получше справить? А то в дороге-то копыта откинешь. И что, я привык. Что с документами? Документы справим дельные. Ни одна сволочь не подкопается. Ты, главное, скажи, какую фамилию вписать? Петров или Степанов? Невозможно вершить судьбу людей, оставаясь для них человеком. Троцкий. Это говорю тебе я, Николай Троцкий. Моя фамилия Троцкий. То есть вы взяли фамилию своего тюремщика? Я не просто взял ее. Я ее... увековечил. И если хотите, снял с него шкуру и надел ее, как поступают некоторые охотники. Ведь, по сути, кто такой охотник? Это чудовище, одолевшее другое чудовище. Не более. А? В 18-м году я обязан был стать самым страшным из чудовищ. И стал им. Ну, тогда это оправдывает все то, на что сегодня вынужден идти товарищ Сталин. Чудовище делится на две категории. Одни становятся ими ради сверхцели, а другие просто потому, что им нравится. Знаете, что я сейчас услышал? Голословное утверждение раненого льва, затаившего обиду на более сильного соперника. А между тем это Сталин, а не вы, построил мир, о котором все мечтали. У него получилось, а у вас нет. Милый. Пора пить лекарства. Наташ, я не хочу. Я сегодня себя замечательно чувствую. Лёва, не спорь, пожалуйста. Ты же знаешь, это бесполезно. Вот видите, Джексон, не только вы не признаете мое лидерство. Вот мне кажется, ваша жена видит вас обыкновенного человека, которому надо спать, есть и пить лекарства. Вам так кажется, Джексон. Я уверен, что для нее я гораздо больше, чем обыкновенный человек. Бегаши! 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 Бегаши!
Пока в Европе болтают, Россия требует реальных дел. Я проехал в товарных вагонах 8000 верст, чтобы попасть сюда, к вам, в Европу, кузницу революционной мысли. И что я вижу? Революционная мысль насквозь пропахла яблочным штрюделем. Газета «Искра» весь год пишет одно и то же, одно и то же. Сколько можно грезить беспомощной теорией о революции в сытой Европе? Вы похожи на гимназисток, вызывающих на святки дух революции. И верите, что он придет? Неслыханно. Верно же говорит товарищ. Всю правду говорит. Но не в Европе, а в России сейчас наиболее разительный контраст между богатством богатых и бедностью бедных. По стране миллионы озверевших, недовольных людей. И именно сейчас России нужна революция. Иначе власть снова затеет очередную войну с Европой и спишет на нее все беды. Что он несет? Революция возможна только в индустриально развитой стране, только в Европе. Чушь! Европа, в которой живут сытые, спокойные народы, не может вести за собой. Следовательно, она всегда будет ведомой. Россия – отсталая держава. Да, отсталая, закостенелая, спивающаяся, сгорающая в собственной злобе. Но это сила, это энергия, сопоставимая океанической энергией приливов и отливов. Я говорю вам, возьмите эту силу, приручите, вооружите, и она сметет все на своем пути. Браво! Меня давно так не веселили. Вашу наивность может перевесить только ваша глупость. Прощайте, дитя в косоворотке. Всего хорошего, товарищ Плеханов. Вы явно засиделись в этом кафе. Товарищ Троцкий, разрешите представиться? С вами согласен. Предоставленный самому себе пролетариат ограничится экономическими требованиями. Люди между свободой и хлебом всегда выберут хлеб. Будьте добры. Лень. Я знаю, кто вы. Если вы действительно так думаете, почему не поддержали меня? У него авторитет в партии. Наша ссора повредит движению. А вы с такими вспышками быстро перегорите. А что, лучше тлеть, как вы? Боюсь, мне этого не простят. Народ. О народе печетесь. А вы о ком? Я хочу изменить мир. Причем здесь люди? Люди — это всего лишь инструмент. В ваших руках. И в ваших. А наша задача — заставить их хотеть революции, а не хлеба. Ну и как это сделать, если вы постоянно соглашаетесь с Плехановым? Георгий Валентинович тоже всего лишь человек. То есть инструмент. Быстро учитесь. Приходите в гости. По-простому. Без щенок, по-дружески. Мы с вами не друзья. Хлеб преломили. Позвольте представиться. Парус Александр Львович. А я знаю, кто вы. Что же вы обо мне знаете? Вы человек, который делает деньги на всем. Даже на революции. Одним словом, чрезвычайно скользкий тип. Я пришел вас поздравить с одной блестящей, но, к сожалению, ничего не меняющей речью. Вы замечательный оратор, прекрасный публицист. Вы человек, у которого, несомненно, есть задатки лидера. Поэтому я пришел предложить вам помощь. Благодарю, не нуждаюсь. Думаете, что лучше сидеть здесь? Давайте поговорим на чистоту. Плеханов и Ленин – великие люди, давно руководящие движением, но, к сожалению, ничего не происходит.
К чему вы клоните? Движению нужен новый лидер. И такой лидер есть. Человек, который зажжет сердца, за которым люди пойдут не только в кофейни, а если нужны и на штыки. Такой лидер — это вы, Лев. Меня никто не знает. Ерунда. Делать людей знаменитыми — моя работа. Я сделал Максима Горького. Теперь он известен всей Европе. Горький писатель. Мне такая слава не нужна. Еще как нужна. Давайте поговорим так. Допустим, актриса. Если она неизвестна, она никому не нужна и не интересна. Но как только она становится примой, к ее ногам готова бросать все. Деньги, драгоценности, если нужно, королевство. Да-да. Были такие прецеденты. Революционный лидер, как прима, должен выйти и сразу же взять зрителей, руководить ими. Это что-то вроде секса. Нет, это и есть сам секс. Ну, допустим, я соглашусь. А в чем ваш интерес? Деньги. Я сделаю вас самым влиятельным революционером современности. На вашем имени заработаю деньги. Как видите, я ничего не скрываю. Я не строю из себя монаха. Я коммерсант. Я согласен. С чего начнем? Милейший. Смелей, смелей, мой друг! Этот дом принадлежит мне. Я здесь селю ваших коллег, социалистов. Прошу, прошу. Конечно, не метрополия, уж тем более не Хилтон, но все-таки дом, какое-никакое жилье. Александр Львович, как хорошо, что я вас встретила. Я хотела бы внести плату за следующий месяц. Наталья Ивановна, сколько раз я вам говорил, что с вас я денег не приму. Вольте, вольте. А я вам много раз говорила, что селить бесплатно, вы можете здесь этих ваших социалистов. А я быть проживалкой не намерена. Возьмите, или я съеду. Как вам будет угодно? Ознакомьтесь, ваш новый сосед, Лев Троцкий. Прости. Я была на одном из ваших выступлений. Ну, как вам? Мне не понравилось. Рада знакомству. И рад бы вас чем-то обнадежить, но, увы, крепкий орешек не колется. А прошу, прошу. Дверь всегда можно запереть на ключ. С потолка не течет. Ну, как вам? Вполне, вполне. В любом случае, не подвал. Тут вы правы. Не подвал. А как вы говорите, зовут эту девушку? Ну что ж, не вы первый, не вы последний. Наталья Седова. Но это человек из совершенно другого общества, Лев. Богема, театры, выставки, иная жизнь, иные идеалы. Я понял вас. Желаю удачи. Плеханов – значимая фигура, но он стар. Ставить на него, по крайней мере, неразумно. Я бы поставил на Ленина. Он менее чистоплотен в выборе средств. Лянин слишком упрям и одержим личной местью, а это может помешать главной цели. Есть еще один вариант. Да? Насколько я осведомлен, в российском революционном движении больше нет фигур уровня Плеханова и Ленина. Нет. Этот новичок стремительно набирает авторитет в революционной среде. Если вложить в его воспитание... У нас мало времени. Я не знаю, когда начнется война, но она начнется. На дворе 20 век. Одними пушками сейчас не победить. Нам нужен реальный рычаг дестабилизации России. Наш? С другой стороны, если вырастить из этого Троцкого карманного революционера, занимательная идея. Сколько, по-вашему, нужно денег, чтобы развалить Россию посредством революции? Мне всегда очень
трудно отвечать на этот вопрос. Я думаю, что миллиарда марок будет достаточно. Я давно хотел спросить вас, Гельфанд, почему вы выбрали псевдоним Александр Парвус? Стесняетесь своего еврейства? Всего хорошего. До свидания. Чем безупречнее внешний вид человека, тем больше демонов у него внутри. А люди, взирая на прекрасное, подождите, хотят увидеть сокрытое, низменное. Это привлекает. Неплохо, неплохо. Кажется, рискуем потеряться за всей этой мишурой. В политике нет ничего случайного. Все важно. Что вы говорите, как вы выглядите. Все должно быть единым целым. Манифест. Помните Натали? Эммансипе, которой не понравилась моя речь? Нет, нет. Дело не в том, что вы плохо говорили. Дело в том, что, как бы вам сказать, все социал-демократы выглядят некрасиво, дурно одеваются. Я понимаю, самое главное – это ваш внутренний мир. Вот это самое ценное. Но внутренняя эстетика, не сдобренная внешним видом, нравится только маргиналам. Да, у меня есть хорошие новости для вас. Письмо от некой госпожи Соколовской. Вы, кажется, женаты. У вас двое детей. Не жалеете? Я никогда ни о чем не жалею. Здравствуй, дорогой Лёва. Вот уже полгода, как мы управляемся с ссылки без тебя. Рада, что ты благополучно достиг Европы. Всегда верила, что у тебя получится. Наши девочки подросли. Зина помнит тебя, спрашивает, когда приедет папа. Нина, кажется, наконец-то перестала болеть. Не знаю, что еще добавить. Я постоянно вспоминаю наш последний день. Документы. Спрячьте. Троцкий. Как Нина? Уснула. Когда? Сегодня. Иначе тайгой не уйти. Развезет. Но ведь это же не навсегда. Ты уедешь, но потом мы будем вместе. Да. Да, конечно. А ну вставай! Чего разлегся? Да, я сказал! Уже поздно. Надеюсь, ответил на все ваши вопросы. Благодарю. Вот что, Джексон. Если решите продолжить, приходите. С этого дня вам рады в этом доме.
увидишь, но потом мы будем вместе. Да, конечно. Устала, Леночка?